Письмо номер 12. Скажи, пожалуйста, кто написал письмо? Королева. Да. Она рассказывает, что завершился бал, и курьер сдвинул он уронил маску и сдвинул свой стул. И стал на какой ноте? И как теперь звучит наш минор? Сыграй, пожалуйста. И обратно. Как называется такой минор? Гармонический минор, да. Скажи, пожалуйста, между принцессой и курьером в гармоническом миноре какой получился интервал? Тритон, хорошо. Дальше король попросил что? Сдвинуть стол дядюшку. На свое прежнее место. И сыграй, какой получился теперь минор? Такой минор называется? Мелодический. Да. И в мелодическом миноре у нас образовалось два тетрахорда. Сыграй, пожалуйста, верхний тетрахорд. Как он звучит? А нижний тетрахорд? Он звучит грустно-минорно. Хорошо.